Всем привет, друзья! С вами Аллариэль, и мы сегодня с вами направляемся, угадайте куда, опять же, в дополнение Лич Кинг, да, но уже не в саму Ледяную Корону и не в саму Цитадель, да, Ледяной Короны. Сегодня мы с вами отправимся в другой немалоизвестный данж под названием Ульдуар. А вот, попробуем его также протащить на героическом режиме. На героическом режиме на 25 человек. В принципе, если мы смогли одолеть Лич Кинга, да, и самого Артеса, есть, конечно, небольшая вероятность, что мы сможем справиться с Йоксароном. Вероятность невелика, но она есть. Поэтому мы попробуем это сделать. Там, в принципе, тоже имеются боссы, которые очень такие специфические, но хорошо хоть нет, как, например, с той же Валирой, да, которую нужно лечить, а мы как разбойник, ну, нам достаточно проблематично это сделать. Вот, поэтому пойдем, посмотрим, не знаю, справлюсь, не справлюсь, надеюсь на то, что все-таки получится у нас пронести этот данж, но там поглядим, друзья мои. Мы уже, в принципе, подлетаем к нему. В свое время я его также рейдил, но в 25-ке на самого Йоксарона я приходил с одной гильдией. Мы сделали пару траев, но убить его не удалось. После там немного поменяли состав, это уже было без меня, и убить все же получилось. Вот, я же его проходил, этот Ульдуар, уже когда он перестал быть актуальным, да, ну он был, как бы контент был тот же, но на тот момент уже рейдили непосредственно сам ЦЛК. Вот, эпохальный. Нет, а если не влияет, обычный. 25. Героик. Героик 25. Не знаю, давайте сейчас, наверное, сделаем логаут на всякий случай. Мало ли что. Посмотрим. Так, ждем, ждем, ждем. 3, 2, 1. Вылетели. Логинимся обратно. Так, значит, рейд героик. На-на-на-на-на. Так, это все хорошо. 25 игроков, да. Ну что, поехали. Коль говорят, Герыч, поверим на слово. Пойдемте попробуем, блин, сколько я здесь не был. Это прошло просто огромное количество времени. Так, я думаю, что я на что, на мопед прыгну, да и погнал. Активировать вторичное. Да, подтверждаю. Что, что ты наделал, Амиль? Бран, бран! Соберитесь. Не будьте тряпками. Так, с кем-то мне там еще надо базарить? Вроде нет. Рано, Миль только что активировал орбитальную систему защиты, если мы не сбежим отсюда. Ты слышал? Прикажи немедленно там что-то на-на-на. Береги себя. Снять щит. Конечно, Бран, мы сейчас же уберем его. Я готов. Погнал. Будем держать связь по радио. Так. И едем, едем на мопеде. Так. Вы вот ко мне лучше не лезьте. Понятно? Ого.
Блин, а толстого так просто не взять. Железные дворфы появляются из бункеров у основания колонн прямо перед вами. Ага. Уничтожьте бункеры, и враг будет вынужден отступить. Да умришь ты уже. Так, понятно. Короче, поперли дальше. Опа! Свободен. Туда же. Попер. Так. Вперед! Замечательно. Так, отъедем немного. Вашего пассажира. Что там еще отряд несется? Пускай подходят по одному. Я их, наверное, бы вручную быстрее забил. У вас получилось! Оборона Ульдора прорвана! Еще чуть-чуть, и мы высадимся у... Так, что? Короче. Берегитесь, к вам что-то приближается. Пускай приближается. Быстрее, начинаем маневрирование! Маневрирование! Обнаружены противники. Запуск протокола оценки угрозы. Главная цель выявлена. Повторный анализ через 30 секунд. Давай, подъезжай. 136 миллионов. Ну давай, давай посмотрим, кто кого. Я, конечно, не уверен. Нулевой? Что значит нулевой? Ох! Что это? Какого хрена я замерз? Адский огонь Мимирона активировано. Поиск цели. Оу. Не все так просто, как я думал. Да, причем определенно не все так просто. Угу. Изменения в протоколе оценки. Хорошо. Хорошо, болтал. Ладно. Сяду на танк сейчас. Вот же геморрой-то, а? Стоять ж тебе. Не туда, да, куда-то? Да, совершенно верно, мне, по-моему, повыше. Мне сюда. Блин, а как же его лучше-то забамбурить? Ну что на танке. Ну, давайте попробуем на танке. Я думал, его просто руками тупо сейчас забьем. Надаем ему по лицу, так сказать. Но не тут-то было. Обнаружены противники. Запуск протокола оценки угрозы. Главная цель выявлена. Повторный анализ через 30 секунд. Но он же не может ехать ко мне ж сюда. Система орбитального подавления включена. Интересно. Ярость Хадира активирована. Поиск цели. Так. Мне это не нравится. Оберег Фрейи активирована. Давайте, поиск Ваниш. Цели. Ага, это даже не помогает. Адский огонь Мимирона активировано. Поиск цели. Не? Странно. Давайте выйдем тогда. Так, я еще и урон получаю там за что-то. Молот Тойма активировано. Поиск цели.
Да. Выйдем. Обождем Децл. Хотя вообще можем обновить. Да, обновить все. Эльдуар обновлен он. Окей, давайте прыгнем на танк. Блин, попробуем на танке, что ли. Вкатить. Так, а мне надо Лич Кинг и Нанао Ульдуар. Вот он. Йоксарон. 25 игроков. Голова Мимирона, вот она. Подтверждаю. Так, ну что ж, сяду тогда на танк и попру. ЛКТ. Орлогово крыла тьмы, что ли? Так, ну что там? Когда можно ехать? Отправляемся. Ну что ж, выдвигаемся. По машинам. Будем держать связь по радио. Так, электрошок. Я даже не уверен, можно ли им эти штуки сносить. Давай. Ох ты, ё-моё. Железные дворфы появляются из бункеров у основания колонн прямо перед вами. Но я заметил. И враг будет вынужден отступить. Пытаемся. Ой-ой-ой. Так, давай, 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 скорей. Плотно, однако. Опа! Молнией так вжарил. Ай-яй-яй. Я хотел вот эту колонну раскочегарить. Так, ломаем, ломаем, ломаем ее. Что там, скоро ей амзац-то наступит. Да. Хотя можно попробовать тупо проехать на пролом туда и все. Не знаю, выйдет из этого что-то или нет. Но я склоняюсь больше к тому, что нет. Свободен. А ну-ка. Вот это огонь. Ох, ядро пошло. Давай.
Какого черта? Ой-ой-ой. Даже не знаю, кто это там меня так заливает. Но я особо знать не хочу. Ах, понятно. Я-то думаю. Это этот гребаный паук. Свободен. Так, надо валить отсюда. Ну или хотя бы вот так вот. Я не помню, отсюда выходят. Да, выходят. Ой-ой-ой, здорово, Аню. Так, пересесть. Скорее к ремонту. Уж надеюсь, то ремонт. Оно. Да, действительно, ремонт. Так, ну погнали. Чё, попробуем. Свободен. Да блин, а вы все подходите. Лови. Еще один. Оборона Ульдора прорвана. Еще чуть-чуть, и мы высадимся у... Что это? Давайте, Децл, подъедем. Что-то приближается. Быстрее, начинаем маневрирование. Маневрирование! Понеслась. Лёва прибыл. Обнаружены противники. Запуск протокола оценки угрозы. Главная цель выявлена. Повторный анализ через 30 секунд. Ходу. Ярость Хадира активирована. Ой-ой-ой. Оберег Фрейи активирована. Поиск цели. Изменения в протоколе оценки угрозы. Так, ну давай вручную попробуем, да еще раз. Так-то я не хочу. Не хочу, отстань. Я ж такой буду бегать, хрен меня словите. Молот Тойма активировано. Поиск цели. Ну, а давай дыхалочку еще. И я бы не отказался, наверное, от запуска вот этой штуки. А то как-то все не очень. Твою мать, а! Ну и что, мне вообще нельзя юзать, что ли? Можно разбить огнем. Капец. Да. Однако. Изменения в протоколе оценки угрозы. Да.
Прискорбно. Что ж делать? Наверное, все-таки надо бегать от этих лучей и заливать его. По-другому дело не будет. А может и нет, хрен его даже знает, как надо. Может быть, стоило сесть на какой-то из танков и... Сесть на какой-то из танков и что ж дальше? Так, а ну пошли вон. Ну, на чопере явно не вариант там рассекать. На таком батл-танке можно попытать удачу. Пробуем. Обнаружены противники. Система орбитального подавления включена. Интересно. Опять 25 у нас. О, замечательно. Ой, 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 выходим. Я ничего не знаю. На-на-на-на-на-на. Я ничего не знаю. Адский огонь Мимирона активировано. Поиск цели. Так. Обходим. Ох ты, блин. Мне так и хотят вставить. Но мы не сдаемся. Мы ж пацаны серьезные. Блин. Так, запустить. Самое время. Бежим, бежим, бежим. По кругу мы бегаем. Ой-ой-ой, что-то нас, короче, куда-то не в те степи закидывает. Так и в углу зажать могут демоны. Правильно? Правильно, нам этого не надо, не надо. Ой-ой-ой. Ты ж, ё-моё, сколько этих лучей-то идиотских. Так, давайте, мне надо вот это. Самое время. Ай-яй-яй. Спасибо. Откинули. Не тормозим, не тормозим. Бегаем. Запускать. Тот спелл мы не будем. Он как-то не совсем безопасен для нас. Так. Все эти огненные шары, безусловно, штука хорошая. Так, мы... Ага, вон-то, короче, такая морозная сфера. И вставляет нам по первое число. Так, нехорошо. Опять меня хотят взять. Но мы не сдаемся. Включим. Все цветочки завалены успешно. Запускаю. Главное не останавливаться. Остановлюсь, умру. Зажмут, тоже умру. Ой-ой-ой, куда я зашел?
оценки угрозы. Да что ты? Уровень угрозы текущей цели нулевой. Поиск новой цели. Я, значит, нулевой, да? Интересно. А что ж для тебя тогда серьезный? Бежать. Блин, стрёмно, конечно, я его уже так довёл. Нормально. Почему-то он там ещё не восприимчив, засранец. К вертушке такой в бороду-то восприимчив, интересно. Так, лучей там вроде нет. Дам. Вот так вот тебе. Где эти лучи? А чё они там где-то бродят? Конечно, не важно, что они там... А! Оценки угрозы. Уровень угрозы текущей цели нулевой. Нулевой? Ай-яй-яй. Вот это плохо. Ну, не надо на меня ехать этими лучами. Я только от них побегал. Ну, ё-моё, вы что, издеваетесь? Я ж набегался. Мне нормально. Понятно. Спасибо. На. Так, и надо бы запустить... А то, что все плохо. Ох ты, мать честная. Блин, уходим. Давай, дам запуск. Дам эту штуку. По кругу, мечик. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ой, ушел, хорошо. Так, давай, запуск. Ой-ой-ой, там ракеты пошли полным ходом. И надо мне, наверное, запустить мою суперобилку, без которой я никуда. Ой-ой-ой, ухожу. Я понял. Что парирование эти в бороду сейчас, как прострелю парировщик. Я не могу... Меня, получается, огненный левиафан, да, танк такой парирует атаки разбойника. Ну, интересный ход, интересный. Ай-яй-яй. Ай, ухожу. Ой, поджарили меня. Ой, поджарили еще раз. Ой. Ой, нехорошо, надо. Делаем. Уходим. Да, тут что, первый босс? И такой именно хардкор. Надо будет глянуть, как его хоть люди другие убивают. Потому что я, наверное, один такой. Десантник. Наверное, хотя хрен его знает. Может и не один. Ох, обходят нас. Но мы не сдаемся. Мы тоже сваливаем. Осталось 5 лямчиков. Давай. Сейчас мы ему вывалим табло. Есть! Ух, друзья мои. Единица Левиафан завершает свою работу. Ну, отлично. Я безумно рад, что завершил свою работу. Ух, жесть. Да тут один бой с этим боссом, как вообще... А, слов нет. Я больше вообще ни с кем сражаться не хочу после такого расклада. Фух, капец. Ну, погнали дальше, поглядим. Что еще интересного нас ждет. А мне, по-моему, я сейчас гляну по Ульдуару. Рейды Лич Кинга. По Ульдуару, по-моему, у меня... А, не все. На-на-на.
Убейте 20 хламоботов в рейде на 25 игроков с помощью бумботов. Ага. Убейте Калагарна, позволив ему... Понятно. Так, ну вот это вот по-нашему. 9 миллионов. Подошли, быстренько убили. Ваша кровь закалит оружие, которым был завоеван этот мир. Вперед, войны железного Ядра! Успех. Так, а вот эта шляпа, по-моему, так то... А, не та. Просто выглядит так же. Я подумал, что ее я когда-то хотел охотничку своему, но, видать, ошибся. Так, следующий. Кто следующий? Следующий у нас напротив. Напротив. Здесь тоже босс, но мы его трогать не будем. Пойдем дальше. Пойдем дальше, потому что, ну его, как говорится, в баню. Он там будет достаточно долгий. А здесь у нас разрушитель XT 2.02. Так, давай я хавчик перекушу. Давай он там разминись, да, разминочка, это дело святое. Сейчас я тебе сделаю разминочку. Получил баф, поехали, поприседай, красава. Понеслась. Именно. Давай. Но, куда ты отдыхать сел? О, молодец. То я аж расстроился, что ты и правда уселся отдыхать. Лови череду убийств. Каждый удар там, наверное, по лимону. Да, отсекай. Мы идем дальше. Свободен. Так, перенестись в вестибюль, пожалуйста. Отлично, здесь делаем вот так. И пошла жара. Свободная, все свободны. Хлоп. Что такое? О, молодец. Тоже хочешь? Сейчас сделаем. Так, мне, значит, справа у нас находится товарищ по имени Звездный Скиталец. Ну вот. Слева у нас, значит, находятся братья Дворфы, если можно их так назвать. Но я думаю, мы с ними совладаем. Я буду спокоен, лишь когда окончательно истреблю вас. Хорошо, договорились. Так тому и быть. Последняя буль не умрет вместе со мной. Хорошо, я ж только за. Не умрет, так не умрет. Мое поражение лишь приблизит вашу погибель. Вас ждет омут. Ох ты! Осколок Валанира выпал. Надо же! Надо же! Блин, а! Железное собрание и открыли архив! Молодцы, ребятки! Блин. Из Корнаш он вывалился, он-то мне не нужен. Оу. Я надеюсь, я хоть не дизнул, а то было бы прискорбно, если б я свое кольцо телепортации в Далоран раздизенчантил. Причем прискорбно это еще мягко сказано. Так, что там, что за управление? Архив какой-то, сейчас чекнем его. Йолик Лорен. Бран. Где Бран? Ну, конечно, как же без Брана. Анализ статы Фрея. Так. Проводится
персонале статуса хранителя Фрейи. Сила хранителя повышена за счет присутствия древних прислужников. Понятно. Анализ древня светлого листа. Постоянная защита. Так, я понял. Это все я знаю. Анализ древней каменной коры. Система звуковой защиты, затрудняющая использование магии. Объединив 30 мелких осколков Валанира, можно получить расколотый Валанир. Опа. Также анализ показывает, что каждый из древней усиливает чародейские, физические... Так. Я даже не знаю, стоит ли ссылаться на планетарий, потому что там будет происходить, это может быть очень-очень стрёмно. Ибо там обитает сам... Сам, я его даже забыл имя, но его обычно называют Звездный Скиталец. Блин, ну давайте пробнем его, не знаю. Главное, чтоб, конечно, не зафейлить, друзья мои. А, так тут еще так просто, видать, и не зайти. А, не, вон. Что я помню, я, по-моему, делал. Там раньше был квест на вход к нему. Я, по-моему, делал квест. Собирал руны, там все дела. Так. Вот. Алгалом. Собственно. Так, надо быть аккуратным. На-на-на, аксессуарчик падает. Кинжал. Кинжал, кстати, нотбэт такой. Получилось! Нам удалось опередить Алгалона. Может, нам удастся взломать систему и повлиять на результат анализа? Ага. Сейчас. Воу. Перемещение завершено. Запуск планетарного анализа. Мама родная. Назад, смертные. Я здесь не для того, чтобы сражаться с вами. Зачем же тогда? Для блага Вселенной эту планету необходимо пересоздать. Я запускаю системный анализ, чтобы выявить зоны поражения. Не вмешивайтесь. Ну, он веселый. Пересоздать планету. Я вернусь в архив и попытаюсь заглушить сигнал. Попробую выиграть время, пока вы разбираетесь с Алгалоном. Спасибо. Так. Ну что, поехали. Действия нелогичны. Ау. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Пантеон получит сообщение от наблюдателя в любом случае. Давай. Взгляните на мир моими глазами. Узрите необъятную вселенную, непостижимую даже для величайших умов. Ага, все, я понял. Узрили все, что можно было. Поехали. Давай. Получи. Не помогут тебе, уже никто не поможет. Добивной. Узрите чудо, созидание. Свободен, чудо. Чудеса. Все. Чудеса окончены. Ё-моё. Босс побежден. Вау. Код отклика Альфа. Конечно, принять. Я видел миры, охваченные пламенем творцов. Их жители гибли, не успев издать ни звука. Ух ты, я не буду, наверное, его ломать. Он очень красивый. Умирали в мгновение ока. И все время я оставался холодным и безразличным.
Я не чувствовал ничего. Триллионы загубленных судеб. Неужели все они были подобны вам? Неужели все они так же любили жизнь? Возможно. Похоже, ваша сила кроется именно в несовершенстве. Дарованная вам свобода воли позволяет пренебрегать законами космоса и выходить победителями тогда, когда идеальные создания титанов оказываются бессильны. Я изменил код отклика. Ваша планета будет спасена. Я больше не могу полагаться на свои расчеты. У меня нет сил, чтобы передать сигнал. Поторопитесь. Найдите источник энергии. Ищите в небесах. Окей. Я знаю это место. Тебе нужна моя помощь? Я всегда в гуще событий. Пусть моя судьба не тревожит тебя, Бронзон. Если сигнал не будет передан вовремя, пересоздание планеты запустится. Спасай свой мир. Ну как? Куча забытых знаний находится на расстоянии вытянутой руки. Так. Бронзон, куда ж нам дальше-то? Наверное, он говорил что-то про это, а может и нет. Кто его знает. Сюда зайти нельзя, нельзя. Ладно, двигаемся дальше, друзья. А дальше у нас это следующий босс, которого не так давно мы видели с вами в одном из рейдов Дренора, да, который очень сильно похож на вот этого первого такого босса Кала Гарна. Тоже руки у него, крюки там, все дела. Тоже можно бить отдельно одну руку, отдельно другую. Повелитель. О. Они идут. Не позволив ни одному участнику рейда пострадать от воздействия. Ух ты, прикольно. А где шмот? Ага, вон дальше. Так, набрали барахлишко. На дизенчант. Так. Кстати, даже не знаю, стоит ли мне убивать кого-то из них. Ну конечно, мне так все тут говорят, зря. У меня есть предположение, что все ж не зря. Надо ж тут на место всех поставить. Она орёт как. Опять не то пальто. А лук забавный. Очень даже. Свободен. Ох, хотел дать ему табло, а не получилось. На бездну надо вывалить. Закрыто. Почему? Open the door, да? Не дают гады. Ладно. Раз не дают пройти, значит, все же хотят, чтоб я здесь надрал пару задниц. Не вопрос.
Так, зайду, наверное, вначале в сад, а потом уже... А потом дальше попру. Лежать. Так, ну и где мне тут мадмуазель Фрей? А, вон она прячется. 2 миллиона. Окей. Мадам, здравствуйте. Дайте мне силы. Какие силы? Свободно. Силы. Пора на покой. Эонар, твоей прислужнице нужна он помощь. Не властен надо мной. Мой взор снова ясен. Замечательно. Благодарю вас. Обращайся. Рады помочь. Фрею спасли. И хорошо. Так, кто у нас там следующий на получение пилюлей? Наверное, вот кто-то с этой стороны. Я уж и не помню, кто там нас ждет. Но кто-то определенно ждет. Ох, знаю, знаю. Все, я вспомнил это. Сейчас будет арена здесь. Арена, арена. Надис. Цветики, семицветики. Расслабьтесь. Молодцы. Давай. Готово. Торим, да, вот кто здесь, я это думаю. Всегда. Чересчур дерзок. Незваные гости! Вы заплатите за то, да, что да, смели да, давай. Вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где Торим, я? Мой повелитель! Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить! Что она, по-моему, лапшу ему на уши вешает. Так. Ну это, наверное, там... Типа до бесконечности длится. Оу. А может и нет. Мне надо, короче, сбегать. Спасибо за разрядку. Свободен. Замечательно. Бежим дальше. Обычно я здесь не бегал. Бегали другие комрады. Так, ну а вот, собственно, и Торим. Что это? Надо было смотреть под ноги, вы слышали звон металла, крики болеса на арене. Ох ты, ё-моё. Свободны. Ну хоть не убили меня. Та ж... Ё-моё. Я не знал. Я не знал, друзья, поэтому... А вот такой вот фейл. Раньше бы, наверное, нас уже завалили к чертям, если бы мы так... Данные ловушки попали. Бесстыжие выскочки! Вы решили бросить вызов мне лично? Я сокрушу вас всех! Это невозможно!
Торим, не сомневайся! Твоих врагов ждет ледяная смерть! Все. И добивной. Придержите мечи! О! Я сдаю. Убейте Торима в рейде. Возлюбленная! Сгинь, нечисть! Вот источник зла, заполонившего Ульдуар. Он разрушил мое королевство, затмил разум моего брата и убил мою жену. Герои, теперь вам предстоит отомстить за нас всех. Это будет непросто, но я готов помочь вам. Вы должны победить. Замечательно. Короче, тут всем потихоньку промывают мозги. Что ж они все такие лопушки-то, а? Еще Мимирон нас ждет. Это тоже такой интересный пассажир. Причем аж чересчур интересный. Так. Ну, мы ж как солидные парни нападем на юг Сарона, наверное, на плюс ноль. Главное только не помирить. Так. И последний товарищ живет, по-моему... По-моему, вот там. Да? Надеюсь, что да. Хотя я мог кого-то и забыть. Так. Отходим. Все нафиг механизмы. Замечательно, друзья мои. Идем, идем, идем дальше. Хотя, может быть, вот эти залы зимы мне еще нужно было. Не уверен. Не уверен, не уверен. Ну ладно. Действительно, походу так и есть. Мне еще нужно было туда. Она побежали. Черт, а? Как фейл. Что за... Ох, что там сильно большие цифры. Так, а что, в этого робика можно сесть поездить? Давайте сядем. Забавно, никогда не катался. Да, действительно, в залы, те зимние залы тоже можно было заехать. Я что-то пропустил. Я Торим, повелитель грома. Здравствуй, помоги нам, хранитель, стань. Вместе мы одолеем их, Сарона. Не, не надо. Спасибо. Так. Где тут морозный великанчик? А, ну да, Торим, Хадир и Фрея. Все верно. Крутим, крутим мы педали, пока по лицу нам не надавали. Так, куда дальше? Дальше сюда. И побежали. Так, а вот, собственно, и Хадир, дедушка. Дедушка Хадир. Здравствуй, деда.
будете наказаны за это вторжение. Ну, сейчас посмотрим. Так. Ох, похолодание еще. Не допустив более двух эффектов, треснувши морозами ни одного участника рейда. Ну хорошо. Я рад, что ты свободен. Так, давайте на дис. Побежали. Ну что, все товарищи в сборе. Остался Мимирон. Фрейя, Хадир, Торим. Все здесь. Значит, дальше мне дорога только туда. Больше некуда податься. Так. Ну что, ехать можно? Надеюсь, что можно. Действительно можно. Фух, то я уж думал. Можно мне? Тэкс. Вперед, вперед, вперед. А вот, собственно, и Мимирон. Очень своеобразный босс. Очень. Так. Эй, Мим. Самоуничтожение области через 10 минут. Разве вы не видели табличку? Не нажимайте эту кнопку. Ну как мы сумеем завершить испытание при включенном механизме? Да никак. Мы ничего не будем тут завершать. Еще один очередной танк. Я их уже начинаю ненавидеть потихоньку. Что дальше? Превосходно! Просто восхитительный результат! Целостность обшивки 98,9%! Оу. Почти что не царапинки! Продолжаем! Давайте уже кого бить.
представляю вам противопехотную штурмовую пушку VX-001. Советую поискать укрытие. Ну, вот это я тебе советую поискать укрытие, чувачок. Ты можешь не выжить. Все уже. Пушка лягла. Далее. Спасибо, друзья. Благодаря вам я получил ценнейшие сведения. Так, а куда же я делала? Ах, вот куда. А вот, собственно, и голова. Самоуничтожение области через 8 минут. Я называю это непревзойденной воздушной боевой единицей. Так, и как мне его бить? Блин. Только зря заюзала. Что значит у нее зоны действия? Издевайтесь. Парирование. Свободен. Конец-то. Фаза предварительной проверки завершена. Пора начать главный тест. Давай начнем. Все, все готовы. Приступаем. Ну и как мне? Да ё-моё, как мне? О, я знаю как. Лучший вариант. Жесть. Самоуничтожение области через 5 минут. Вне зоны действия, да? Не, ну они шутят. Ох ты, ё-моё. Вообще не камильфо было. Все. Я не совсем понял. Что-то мне подсказывает, что я ни хрена его не победил.
Да, так и есть. Интересно, и как мне его бить? Так, ну хорошо. Попробуем еще разок, да? Давай попробуем. Где там штука эта? А, это спон там оно обрезало. Прикольно сделано. Я тебе советую укрытие поискать. А то не будет еще у тебя этой пукалки. Все. Все дальше. Мимирончик. Обращайся. Так. Ну что, теперь опять башка. Красота, правда? Я называю это непревзойденной воздушной боевой единицей. Ну. Кстати, можно было бы еще яды намазать. Есть предположение, что именно отсутствие их вызвало в прошлый раз проблемы. На. База предварительной проверки завершена. Пора начать главный тест. Магнитное ядро. Ох, надо же. Где ж оно было раньше-то? Насладитесь его великолепием. Грейтесь его сияющим сиянием. Перед вами потрясающий В-07-дрон. Так, ну и как мне бить-то? Ой-ой-ой. Набираем, набираем, набираем. Ну вот как мне, блин, достать до этой башки? Ну давай. Твою ж за ногу. Жесть, ничем не могу его бить, а. Давай, дотянись ты до него.
Ой-ой-ой, вот это, блин, вообще плохо. Не знаю, что там так сильно меня пробивает. Но что-то пробивает очень дерзко. Но... гребаная голова, а? Давай, уешкой. И добивной. Свободен нахрен. Фу, жесть. Геморройный ты, однако, парниша. Очевидно, я совершил небольшую ошибку в расчетах. Пленный злодей задуванил мой разум и заставил меня отклониться от инструкций. Сейчас все системы в норме. Конец связи. Да. Сразу свалил. Так, давайте пустим на дис. То, что нам не нужно. Куда дальше-то? Дальше обратно. По всей видимости. Искра чего? А, воображение. Так. Окей. Ну дальше я так предполагаю, что можно через телепорт. Вестибюль. Или даже нет, даже не вестибюль, а... короче, в какой-нибудь из... И теперь мне... зал воспоминаний, на-на-на, сюда, нет, здесь я был. Теперь мне он в зал воспоминаний, наверное. Да, все верно, зал воспоминаний, древние врата хранителей теперь открыты, и мы можем в них попасть. Там нас будет ждать очередной босс. В свое время он был, я бы не сказал, что легкий. Но и был не особо тяжелый. Поэтому должны справиться, я думаю. Так, обходим, обходим, обходим. Провал безумия. Хоба. Так, и вот, собственно, и он, генерал Везакс. Думаю, не составит у нас проблем надрать ему задницу, по крайней мере, я надеюсь на это. Потому что если все же составит, будет не камельфо. Так, тут оглушение вообще нехорошо. Еще и страх, да? Еще оглушение, я понял. Свободен. А, я забыл включить, да? Я думаю, что такое, что как-то все не так, как должно. Свободные, свободные, все на выход. Так, добиваем. Ну и непосредственно генерал. А, еще безликих ужасов надо выводить. Ну, не вопрос. Сейчас сам буша вмажу. Готов. Второго ждет та же участь. Ага. Ну что, дженерал, готов получить. Возвестит
новую эру страданий. Да не, она уже ничего не возвести. Сбил каст. И давай череда убийств. И замечательно. Какие ужасы вас ожидают. Сейчас посмотрим. Здравствуй, Йог. Как дела? Сколько лет, сколько зим, да? Ну чё? Сара, скоро я готов. Скоро сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Да я только за. Да, не щадите их, бейте без промаха. Свободен. Пусть ненависть и ярость направляют ваши удары. Так, а есть у меня что-то на... Не должен сойти с ума. Ага. Да, да, не щадите их, бейте без промаха. Под удар темного сокрушения, так а что ж? Разве я попал? Пусть ненависть и ярость направляют ваши удары. Здравомыслие у меня пока на соточке. Это радует. Да, да, не щадите их, бейте без промаха. Так, ну где уже-то Йог? Когда мы его лицезрим? Сколько можно? А-а-а. Пусть ненависть и ярость. Ого. Направляют ваши удары. На 530 тысяч. Да, да, не щадите их, бейте без промаха. Объем. Уже бить устал. Давай уже босса. Так, рвение Сары. Ну сколько ж еще? Да, да, не щадите их. Продлится это. Пусть ненависть и ярость направляют ваши удары. А, чуть-чуть осталось, это радует. Ой, Сарка, Сарка. О! Щадите их! Бейте без промаха! Иди сюда. Пусть ненависть и ярость направляют ваши удары. Я... Это сон наяву. Чудовище из ваших кошмаров. Демон с тысячью лиц! Давай уже вылазь! Ищите, ибо я обретаю истинную форму! Одичениц перед богом смерти! Так какой ты бог, ты так, лопух. Ага, я понял. Ё-моё. Что ты будешь делать? Смертные. Свободен. Конец близок! Так, минус. Туда же. Следующий. Лежать. Ёк, ну что ты же? Ах ты засранец. Уже хочешь табло получать? Не ищи. Все еще.
Все еще никак, да? Ну ладно. Блин, ну это что? Безумие поглотит вас! Трепещите, смертные! Конец близок! Так, ну давай. Дурные вести, сир. Я пришла охотиться, а не болтать. Кланы объединились под предводительством Чернорука. Они будут биться бок о бок, ё-моё. Град не падет. Что-то я завтыкал. К наступлению ночи Гул'дан приведет своих чернокнижников. До тех пор клан Черный будет пытаться взять приступом восточную стену. Тысячи смертей. Чем я могу помочь? Но я хочу Мы бить. Продержимся до прихода подкрепления. Пока стены города и трон охраняют люди с отважными сердцами, Штормград Конец не падет. Конец близок! Предводители орков согласны с тобой. Ваши жалкие потуги лишь делают меня сильнее. Меня... Оу! Ну и чё это было? Так, ладно, сейчас мы попробуем еще раз разобраться с этим недоразумением, которое только что произошло. Ну давай, 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 посмотрим, кто кого. Гребаный йога. Давай мне на самый. Так, давайте. Понеслась. Парам-парам-пам-пам. Сейчас запускаю мотор. Скоро мы сразимся с главарем этих искерков. Даже так. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Пусть ненависть и ярость направляют ваши удары. Да, да, не щадите их. Бейте без промаха. Так, ну где там? О, держать. Пусть ненависть и ярость направляют ваши удары. Походу, надо было просто возле нее их убивать. Я что-то завтыкал. Ну-с, где там? Пусть ненависть и ярость направляют ваши удары. Пусть направляют, никто ж не против. Ты давай сюда этих стражничков. Я пока... Да, да, не щадите их, бейте без промаха. Стражник, двигай. У Сары осталось всего ничего. Пусть ненависть и ярость направляют ваши удары. Лови. Я это сон наяву. Чудовище из ваших кошмаров. Демон с тысячью лиц. Ну давай уже. Ибо я обретаю истинную форму! Обретай, обретай. Ниц перед Богом смерти! Обретатель, а? Итак. Трепещите, смертные! Лежать. Конец близок! А? Свободен. Так.
А что ты будешь делать? Отстань. О, видим врага, и не одного, сразу нескольких. Безумие поглотит вас! Трепещите, смертные! Конец близок! Да что такое? Дурные заходим. Вести, блин. Оу! Клады под предводительством Чернорука. Они будут биться бок о бок, пока Штормград не падет. К наступлению ночи Гул'дан приведет своих чернокнижников. Вот так вот нужно было первый раз пытаться взять приступ, протащить. Тысячи смертей. Мы продержимся до прихода подкрепления. Пока силы истинное лицо смерти. Ага, иди сюда. Предводители орков согласны с тобой. Даю, короче, череда ее абзацам. Вы обречены! Не вы, никто другой не в силах избежать близящегося конца света! Ульви и Висхалас Галгархонг! Ущ, и умер. Вот так вот. Ну что, друзья, думаю, на этом все. Успешно смогли с вами одолеть даже Ульдуар. Это радует. Это меня очень-очень радует. Ух, улетели. Ну а на сегодня все, друзья. Не забывайте поддержать видео лайком. Кто здесь впервые, обязательно подписывайтесь на канал. До новых встреч в следующих видео. Всем пока.